Гейм. Эй, всем привет, с вами Сергей, вы на канале Биндасов Гейм. Don't knock twice, не стучись дважды. В общем-то, друзья, ну, такая вот прекрасная, наверное, игруля. Хоррор, погнали. Телефон. Схватить. Нажмите Tab, чтобы достать, убрать телефон. Оставь меня в покое! Сообщение в телефоне. Это... какие-то шаги были. Ну ладно. Оставим тебя в покое. Возьмите свечу, чтобы осветить свой путь. А где, блядь, свеча-то? Эй! Свеча. Как зажечь? Зажгите свечу с помощью камина. Ну и как? Эй! С? А, С. Приседать С. Хорошо. Ёпты. Используйте свечу, чтобы зажечь подсвечник. Да подожди там. Стекло кто-то стучит. Кто там? Алло! Птица, по-моему, была. Или кто? Что-то сверху. Что-то, по-моему, то ли сверху упал. Короче, я это немножко перетрухал. Ладно, подсвечник где? Собственно говоря. Бля, что происходит? Чё здесь происходит? Подожди, где свечи? Ни одной свечи нету. Вот свечи. Так, зажег. Винишка. Какая-то соцсеть. Все понятно. Ладно, окей. Ага, мышкой открываем двери. Окей, я понял. Блядь, кто там? Хлоя! Зачем было отключать свет? Ненавижу тебя. А я чё? Я вот стараюсь, наоборот, все включить. Так, я не понимаю, подожди, почитать вообще есть что? В чем смысл? Смысл игры? Кто это? Е. На южном краю Уэльских долин находится замечательный пример элегантности и архитектуры. Движение это берет начало в конце 18 века. Его ярким примером является средневековая прямоугольная башня и внутренний дворик, соединяющий здание необычной планировки. Оно состоит из вестибюля, гостиной, кухни и игровой комнаты. К задней части здания прилегает восстановленная часовня, используемая в качестве творческой студии. Она имеет особую архитектурную ценность и более историческое значение. Недавно был проведен его капитальный ремонт новыми владельцами, семьей Уэб Томас. Скип. Приблизить. Кью бросить. А, ну я хотел на диван, но ладно. Не получилось. Так, подожди. Письмецо. Письма мы читать любим, да. Так. Прицелиться. Прицелиться. Бросить. Бросил. Так, ладно, непонятно. Здесь еще почитать? Нет, ничего. Ну, короче, почитать ничего нельзя. Подожди, ой. Сломал ноутбук. Блять, ну. Ладно, пошли отсюда. Все, пошли. Я сломал ноутбук. Нет, двери я не буду закрывать, страшно. Страшно закрывать двери. Я так понимаю, вот этот, что ли, наш особняк? Типа вот этот, вон там где-то церквушка как-то виднеется. Так, записка. Вот это можно почитать. Да? Да? Прочесть. Дневник Хлои. 10.10.2016. Прошло много лет с тех пор, как она меня бросила. А теперь она заявляет и... Чего? Заявляется и ожидает, что я буду делать вид, словно ничего и не было. Но тут-то было. Не тут-то было, ядрить. Но тут-то. Как я хочу, чтобы она оставила меня в покое. Она пытается заманить меня своей престижной работой, большим домом. Но она бросила меня, и я не могу перестать ненавидеть ее за это. Теперь мы друг для друга чужие. Она не годится на роль матери, и, возможно, Чего? Она не годится на роль матери, и, возможно, отошлет меня обратно сюда, как только я ей надоем. Понятно. Бросить. Ладно, понятно. Тут, короче, семейные драмы, дверь закрыта. Зажечь. Больше нигде зажечь нельзя. Тут, короче, В смысле, я дверь-то, блядь, не закрывал. Блядь, можно тебе открыть как-то? Ну, пожалуйста, откройся. Все.
Я тебя не закрывал. Может, ветерок подул, конечно, и закрылось. Так. А почему в доме, правда, света нет? Это удивительная загадка. В доме должен быть свет. Закрыто, блин. Все закрыто. Кто здесь? Да пошел ты в жопу. Страшно! Подожди, у меня тут важнее книги всякие. История, удостоенная награды скульптуры Джессики Уэбб Томас. Вдохновение. Между... приди откуда угодно. Свое я черпаю из отношений к этому миру, волнующих меня тем. С 9 лет я хотела стать скульптором. Хоть я и постоянно игралась с глиной до подросткового возраста, я не знала, что у меня есть способность к этому. Я люблю заниматься скульптурированием по сей день. Я очарована узами между людьми. По моему мнению, самая сильная связь у матери с ребенком. Подожди. Как-то так. Да, я думаю, прям вот так вот оно самое должно так лежать. Да, это прям вот, прям идеально, друзья. Ладно, понятно, принято, понято. Кто, блядь, там стучит, ядреть, колодить? Кто там? А, вообще в эту дверь стучат. Блядь, какие-то картинки страшные. Ну, что там? Понятно. Понятно. Свеча, кстати, я пропустил свечу. Надо везде зажигать свет. Свет — это хорошо. Какая-то записка. Департамент здравоохранения и социальных служб, отдел социальной помощи детям. 2/10/2016. Ответ. Временное постановление об опеке. Дорогая миссис Джессика Уэбб Томас, прошу принять это письмо как форму соглашения относительно Хлои Энн Уэбб. В свете предоставленных доказательств и с согласия Хлои, рада сообщить вам, что мы можем оформить временную опеку. Как только сроки будут установлены, мы вышлем вам окончательное письмо подтверждения. И искренне, ваша Джулия Эндрюс, отдел социальной помощи детям. Понятно. Положить обратно. Понятно. Короче, какую-то опеку хотят сделать. Ну, впрочем-то, тоже неплохо. Так, можно сюда зайти. Туда нельзя зайти. Это что? Так а что с кого-то кто-то моется? Ну да. Кто-то в ванной моется. Или в душе. А зонтик с собой есть? Мне зонтик надо, я промокну. У меня голова промокнет. Будет мокро, что это? А, это, блядь, это батарея. Я думал, что это такое? Нормально такой дворик. Ты кто, блин? Привет. Чё? Чё ты хочешь-то? Хочешь снова меня бросить? Эгоистичная сучка, сама ты сучка! Куда ты рванула? Подожди. А, понятно, дверь закрыта. Куда идти? Непонятно. О, калитка открыта. Блин, двор, конечно, такой стрёмный. Не понял. А как так? Она ж была только что закрыта. А тут что? А, тут ничего. Ладно, я иду к тебе. Как ее там? Как тебя там? Хорош, слышь, картинами кидаться. А если бы пришибло бы? Аккуратнее надо быть. Вы здесь были? Ой. Ой. Ой, свечки потухло. Пожалуй, надо зажечь свечу. Здесь никого? Картинки изменились. Ой, ноутбук поправился. Смотрите, кто-то сидел за ноутбуком. Вот так вот. Вот так должен быть ноутбук. Как я оставил, так и оставил. А вот журнал никто не поднял. Ну,
Ну надо так. Гори его огнем. Подожди. Вот, свеча. Что здесь за кровь? Куда она ведет? И все? Ничего не видно. Ничего не понятно. Здесь что? Это что? Книги. Книги, да ладно. Пепельница. Пепельницу взять нельзя. Так, это письмо мое. Хорошо. Это письмо я тогда бросал. Ну ладно, идем дальше. Страшно. Да жути. А что делать? Подожди, вот эта дверь открылась? Ни хрена не открылась. Опять свечи зажигать. Я не все буду зажигать. Не понял. Дверка приоткрылась. Опа. Опа. Второй этаж. Так, на второй этаж ведет кровь. На второй этаж ведет кровь. Получается, надо идти на второй. Ну да, она же на втором была. Давайте здесь поползаем, так сказать. Посмотрим, что здесь есть. Так, закрыто. Читать. Так. Бриджент Инсайдер, 12.10.16. Еще один ребенок пропал. За последние недели пропало много детей, включая местного мальчика, которого последний раз видели играющим с друзьями в «Постучи и убегай». «Постучи». Постучи и убегай. Постучи. Ну ладно. Ой, будет постучи. Тихо. О. Чуть базу не разбил. Что это такое? О, май. Че? Там дождь? Там дождь. Че здесь? Прицелиться, выкинуть. Что это? Матрешки. А-а-а! Подожди. Стой, а там матрешка тогда. Ща-ща-ща. Ща, погодите. Погодите. Матрешка. Блять, что же они все закрываются, да? Ну что это такое? Подожди. А вот это что, тоже матрешку надо собирать, что ли? Да, блять, ну проще закрыть, да? А, да. Ага. Ага, понял. Понял. А сова? Сову можно? Ой, нет, сову нельзя. Ну, ладно. Хорошо. Ладно. Так, матрёхи собирать надо. Понятно. Сюда. Вот сюда. Подожди, а это что за эликсир такой? Что это за чудо? Тихо. Блядь. Жена придет, увидит. Убьет. А что делать? Я просто пробовал. Здесь ничего нельзя открыть. Ладно. Как всегда, меня нету. Все шикарно. Все классно. Все гуд. Так, ладно, идем на второй этаж. Она вроде на второй этаж пошла. Куда? Здесь закрыто. Опять окно. Че? Кого? Ну, как бы должен был быть скрим? Но почему-то я все проебал. Ну и ладно. Что это? Прочесть. Миссис Джор Уэб Томас. Так, рецепт метадон. Таблетку растворить в 300 мл воды, апельсинового сока или других безалкогольных напитков со вкусом цитруса. Дайте таблетке раствориться в жидкости, после чего незамедлительно выпейте. Метадон. Ну ладно, хорошо. Метадон так метадон. Так, свеча горит. Здесь еще больше свечей нету. Свеча горит. Блять, закрыто. Отражения нету, но, по крайней мере, я вижу, что сзади. Замки. Ну, это ветер. Это просто ветер. В принципе, ничего особенного. Записка. Пропавший ребенок, 9-летний мальчик, рост 4,1 фунта, я так понимаю. Цвет волос каштановый, дата пропажи 10.10.2016. Был одет темно-красный джемпер, поверх белой футболки, синие джинсы, белые кеды. Если у вас есть какая-либо информация, пожалуйста, позвоните по телефону т-т-т-т-т. Понятно. Все ясно, оставим здесь. Это мы оставим здесь. И... Что за... Писк. Какой-то... Писк какой-то там был. Сзади или спереди. Ну ладно, если ты меня
приглашаешь сюда, в комнату, я зайду. Так, журнал, не записка. Дверь закрылась. Ладно. Дневник Хлои. 31.10.16. Ночью мне снилось, что я дурачилась с этой ритуальной фигней. Это было больше похоже на переживание воспоминаний, чем на сон. Пугающая дверь с козлиной головой появилась передо мной. Я была очень напугана. Пропавшие дети, про которых рассказывали по новостям, ждали за дверью. Я кричала: «Не стучите в дверь!» Так, последовали два громких удара, и я проснулась в холодном поту. Я знаю, что это был лишь сон, что бабы-яги не существует, но было так реально. Ну, я бы тоже, наверное, обосратушки сделал бы, если бы мне такой приснился сон. Погоди, я еще не все почитал, подожди, хватит меня тут дурачить. Я была наркоманом. Я ненавижу это слово, но это правда. Когда ситуация вышла из-под контроля, я решила, что тебе будет безопаснее с кем-то, кто может приглядеть за тобой. Я пыталась раньше вернуть тебя, правда, но они препятствовали этому. Они говорили, я не готова. Но теперь я готова, я люблю тебя, Хлоя. Понятно. Мамуля у нас это... Ха-ха, наркоманка. Джесси и Хлоя. Здесь только... Блядь. Здесь только... Да хер поймешь, кто там нарисован. Так. Здесь что? Здесь дверь была закрыта. Значит, здесь... Подожди, здесь... У меня матрешка есть. Слышишь? Блять, все падает. От вибрации, скорее всего, когда дверь открылась. Что происходит? Здесь кто-то есть? Нет, никого здесь нету. Совсем нету. Да я понял, да. Открывай, давай, блядь, дверь очень медленно открывается. Хочется быстрее, прям с ноги их открыть. Ладно, идем дальше. Что-то я там ничего не нашел. Как таковой. А вот здесь уже нашел. Окей. Если ты там, я пойду сюда. Туда я не хочу идти. Я пойду сюда, потому что здесь, наверное, побезопаснее. Мы здесь ходили, по-моему. Ну да, я в обратку иду. Значит, получается, мне надо идти туда. Блин, я не хочу туда идти, но надо. Придется идти. Это что, картина или что это такое? Или типа зеркало было какое-то? Вообще в дверь ушла. Вообще в стену ушла. А как, я тоже хочу. Как, можно в стену? Можно в стену уйти? Ну блин, взяли... Опа, нихуя себе. А это было? Вот это вот клеточка. А, ну не было, да, глюки. Please mine. Написано на стене. Во, вот это дверь. Вот это я понимаю дверка. Вот это замок, действительно. Так, хорошо, мы дошли, фактически. Подожди, дневник. Что за дневник? Дневник Джесси, 16.10.16. Хотелось бы, чтобы Бен был здесь. Все иначе, когда его нет рядом. Он был моей поддержкой. Оказывал помощь при деле об опеке Хлои. Он был прав, когда говорил, что прошлое изменить нельзя. И самое главное, пытался жить правильно сейчас. То, что больше всего пугает в рождении ребенка, это не было... Это не боль и бессонные ночи, но любовь, в которой тебя никто не подготовит. Я любила Хлою, когда она родилась, когда я была под кайфом, когда отдала ее на удочерение, когда нас разделяли тысячи километров. Даже сейчас я люблю ее. Она моя. И я никогда больше не позволю отнять ее у меня. Короче, мамаха тронулась. Мамаха тронулась. И пытается сейчас вернуть дочь. Опа. Опачки. Это мы любим, да. Спускаемся. Так, что здесь? Всякие рисунки. Блять, поднимись. Как тебя посмотреть? Что здесь? Что написано? Последняя сторона передняя сторона Джесси Уэбб Томас. Это Джесси Уэбб Томас. Это... Мамаша. Победитель премии «Сапфир-16» за достижения в области
культуры. Задняя сторона. Вода из колодца для очищения души невинных. Что они... Что она пожирает? Хм. Да что тут... Кинь. Вот туда. Все. На столе пусть лежит. Вода из колодца. То, что пожирает. Вообще, так понимаю, надо... Пицца. Пицца пустая. Ничего нету. Книги какие-то. Закрыть можно? Дует. Нет? Нельзя. Здесь еще мусор, мусор, мусор. Тоже взять нельзя. Воздух. Или не воздух. Вода, ветер. Что-то непонятно пока что. Пока я не пойму, что надо. Это что? Ничего, скульптура какая-то. Тут что? О, Грааль. Ага, вода. Это вода? Стой. А куда ты исчезла-то? Блять, закрыть можно? А-а-а, нельзя. Господи, я думал там это... Подожди, подожди. Читаем. Читаем. Дневник в Джесси. 11.10.16. Последние несколько дней было очень тяжело. Хлоя ненавидела меня, но я ее не виню. Я пытаюсь загладить вину, чтобы она увидела, что теперь я могу позаботиться о ней. Позволить им забрать ее у меня было самым трудным решением, которое я когда-либо принимала. Но оно было верным. Мне была нужна помощь. Иногда, еда, иногда, да, даже сейчас я не могу уснуть и жажду еще дозы. Слава богу, я могу отвлечься работой. Прошлой ночью я несколько часов провела в студии, работая над скульптурой. Я еще недовольна результатом, но в итоге все должно получиться. Жаль, что я не могу сказать это о наших с Хлоей отношениях. Ну так и бросай наркоту эту, и все будет нормально. Я понимаю, так понимаю, вот эта скульптура, но... А куда ребенок делся? Был же ребенок. Был ребенок. И куда-то он делся. Так, вода. Я понял. Я понял, иду. Блять. Алло! А, сообщение. Хлоя, зачем ты со мной это делаешь? Умри! Да ща, конечно. Да, конечно. Я вот книгу... Нет, книгу... Эй, я тебя пиццу перебу, слышь? Ты давай там. Потише будь. Блять. Ну зато пицца есть. Так, понятно. Почитать. Или что это? В славянском фольклоре Баба-Яга — это сверхъестественное существо, представляющее собой уродливую, свирепую женщину. Она является наидревнейшей темной ведьмой, обитает в чистилище и питается детьми. Она не может просто взять и пойти охотиться на детей, и их нужно принести ей в жертву. Считала, что таким образом сможет побороть свою смерть. Ну, сказки все это! Это все сказки. Блять, страшно. Я не могу пить. Слушай, да иди ты нахер. А, подожди, стой. Блять, подожди. А как ее пользоваться? А, распылить. Не ходи за мной. Я тебя чувствую. Опа, матрёха. Я сказал, не ходи за мной. Вот тебе. Да что ты будешь делать? Не то же. Слышь? Уйди отсюда! Что за звук? А, все? Да открывайся ты, господи. Там посиди. Первую дверь, которую я закрыл. Подожди, а сюда мы можем зайти же? А, ну ладно. Сюда мы зайти не можем. Значит, придется опять идти на улицу и мокнуть. Хорошо. Что здесь? Ух ты.
Стой, что там? Ты кто? Ты кто? Ну, я туда не пойду. Что-то как-то не хочется туда идти. Ну, игра меня зовет туда. Игра говорит, иди! Иди, ничего не бойся! И мы делаем что? Блять. Идем и ничего не боимся. Сообщение. Я чертовски боюсь, за мной пришли. Это все моя ошибка. Это сообщение от Хлои. Бильярдная. Вот. Так, это у нас кто? Передняя сторона 9-летняя Хлоя и ее любимая кукла Руби. Задняя сторона огонь для приготовления ее холодного мертвого тела. Огонь нужен. Вот, ритуал призыва. Вот что это. Это ритуал призыва. Духовные самоцветы аметист. Водяной самоцвет сапфир. Огненный самоцвет рубин. Зимница. Чё? Земной самоцвет эмеральд. Воздушный самоцвет бриллиант. Дух, вода, огонь, земля и воздух. Собственно говоря, вот эту всю ерунду нам надо будет принести. А это у нас... Чё это? Карта. А карту можно с собой взять? Кухня, вестибюль... Подожди! Вестибюль, гостиная, игровая комната, подваль. Первая кухня. Ну, мы, получается, в игровой, четвёртая. Вот здесь мы, да? Ну, что ты хочешь, ну? Прости, пожалуйста, помоги. Эти слова были ошибкой. Ну, иди ты в баню, господи. Видишь, я бильярд сейчас буду играть. Блять, подожди. Куда? Ну почему-то не кладется именно на шары. Нет. О! Ну что, закатится хоть один? Смотри, почти закатился. Смотри. Ну, нет. Ну давай, хоть один закатись. Давай, ой, хорош, давай. Оп, и ха-ха. Ой, я такого не ожидал, что на меня упадет. Ну ладно, главное, один шарик закатили, это уже хорошо. Так, что здесь, давайте читать, давайте серьезно подходить к делу. 9, 5, 16. Бен Томас от имени Джессики Уэбс Томас. Тем, кого это касается. Я знаю Джесс уже более 5 лет, и 3 из них мы были любящими мужем и женой. С большой честью и привилегией пишу я эту характеристику на нее. Она моя вторая половинка. Страстная, любящая и заботливая женщина. Ей можно рассказать о своих проблемах. Она мой голос разума. И я был бы рад, если бы она стала матерью моих детей. Я считаю, что лишь Джесс и ее дочери знают лишь ее всего. Нихуя не понял, ладно. Что она может предложить. Я также... Чего? Я также шанса заглядеть. Я также шанса загладить свою вину. Еще раз. Я считаю, что лишь Джесс и ее дочери значит лишь ее всего. Что она может предложить, а также шанс загладить свою вину. Ну, типа того. Мы знаем, что она совершила ошибки, но я искренне верю, что сейчас Джесс будет делать все, чтобы Хлоя чувствовала себя в безопасности, счастливой и любимой. Она изменилась, стала успешной, и я действительно считаю, что она заслуживает второй шанс на материнство. С уважением, Бен Томас. Получается, Бен Томас это я, что ли, или кто? Или что? Или где? Блядь, все закрыто. Я понял, иду. Я понял, иду. Игра меня ведет. Оу! Who is who? Кто здесь? Да, блядь. Ну чё? Чё хочешь? Что происходит? Кукла на кухне горит. А где, блядь, кухня? Кухня, по-моему, здесь? Нет, это не кухня, подожди. А где кухня-то? Нет, не здесь. Или здесь кухня? А, подожди, кухня же, по-моему. Здесь была? Ничего не понял, но очень интересно. О, кухня. Ё-моё.
кухня, это хорошо. Что? И как я вылезу теперь? Вот этот прикол. Страница вырвана, кстати. Жила-была девушка, над которой издевались все жители деревни. Она всегда была одинока, желала стать матерью ребенка, которого бы полюбила. Взрослея, она становилась отшельницей. Дети подшучивали над ней, они стучали в дверь и убегали. Сказано, что из этого сна она сошла... Из-за этого она сошла с ума. Одержимая сумасшествием, она заключила сделку с демоном. Этим демоном была Баба-Яга. За сделку девушка получила бы ребенка. За это она... Подожди. За это она должна была служить Бабе-Яге. Она решила отомстить деревенским детям, наложив на дверь свое проклятие. Ребенок, постучавшись в эту дверь, становился жертвой Бабы-Яги. Вот такая история. Вот такая вот история заварушная. Топор. Размах. Ага. Чё? Это и то, что я замахнулся, что ли? Ветром, что ли? Смело, или что? Подожди, надо что? Воды надо. Надо как-то потушить все это. Как-то потушить костер. Нет, нельзя ничего сделать. Блять, чайник нахуй. А нахер ты чайник взял? Выкинь. Топор. Топор, мое все. Ломайте ручки топором. Так что ли? Ну. Блять, еще и на себя. Опа. Потухло? Вроде газ отключил. О, да. Куколка. Ну, пойдем. Она горит же. А, все, мы подобрали и все, она сама исчезает. Я думал, тащить ее надо. Лай-лай-лай-лай-лай. Кто там играет? На лалайке. Фонарь есть? Фонарька нету. Блять, сука, ты чё, дура, блин, что ли? Подожди, а топором можно разбить? Опа. Зашибись. Это же круто. Блядь, топор, топор. Топор нельзя терять. Это же круто, друзья. Пожалуй, мы тогда остановимся на самом интересном. Продолжим в следующий раз. Друзья, ну а если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. С вами был Сергей. Всем пока. Okay, and I have